Добро пожаловать на канал интернет-магазина «Планета Страйкбола». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный пистолет Беретта М9А1 производства компании KG Works, версия CO2, поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, каталог продукции компании KG Works, сам страйкбольный пистолет, магазин, лоудер с переходником, набор шестигранных ключей, а также коробочка с тестовыми шарами. Данный страйкбольный пистолет является копией состоящего на вооружении армии США 9-мм самозарядного пистолета Беретта М9А1. Представленный страйкбольный пистолет функционирует на сжатом углекислом газе. Резервуар для 12-граммового баллона CO2 расположен в магазине. Кроме того, выпускается версия данного пистолета специально под грингаз. И с данным пистолетом вы также можете использовать магазины под грингаз. Для того, чтобы подготовить пистолет к использованию, необходимо отсоединить магазин, утопить фиксатор на пятке магазина, после чего сместить пятку вперед. Воспользовавшись шестигранным ключом, который идет в комплекте, выкрутить поджимной винт, установить новый баллон с углекислотой в резервуар, закрутить поджимной винт. Индикатором накола баллона является звук травления газа, который при плотном закручивании поджимного винта стихнет. После чего можно установить обратно пятку магазина. Сразу хочу вас предостеречь, что не следует слишком сильно затягивать поджимной винт, а также длительное время хранить без использования нестравленные баллоны CO2 в магазине, поскольку все это может привести к рассыханию и раздавливанию уплотнительных колец и, как следствие, к неисправностям в работе изделия. Характерным особенностям данного пистолета можно отнести имитацию хода кожух затвора при стрельбе, а также наличие на рамке интерфейса стандарта Picatinny для крепления лазерных целеуказателей и тактических фонарей. Данный пистолет преимущественно выполнен из металлического сплава. Из ударопрочного пластика выполнены лещечки рукояти и пятка магазина. Механический предохранитель представлен в виде двухстороннего флажкового рычага на тыле кожух затвора. В нижнем положении предохранитель включен, в поднятом положении выключен. Пистолет двойного действия, стрельба возможна как самовзводом, так и после предварительного взвода курка. Для производства первого выстрела необходимо отвести кожух затвора назад до отказа и отпустить. Дальнейшее взведение ударно-спускового механизма будет производиться автоматически. По окончании шаров в магазине пистолет станет на затворную задержку. Для регулировки хоп-апа потребуется отделить кожух затвор от рамки пистолета. Для этого утапливаем овальную клавишу на рамке справа и поворачиваем рычаг на рамке слева по ходу часовой стрелки и снимаем затвор. На имитации патронника снизу имеется ниша для шестигранного ключа, поворачивая который по ходу часовой стрелки, мы увеличиваем степень подкрутки шара. Прицельные приспособления представлены в виде открытых нерегулируемых мушки и целика. На прицельных приспособлениях имеются контрастирующие точки белого цвета для облегчения прицеливания. При правильном прицеливании они выстраиваются в линию. Установка магазина производится вертикально вверх в основании рукояти до щелчка. Для того, чтобы извлечь магазин, потребуется нажать на клавишу экстракции магазина, после чего он сам выпадет вниз. В комплекте поставляется металлический магазин, для того, чтобы заполнить его шарами, понадобится лоудер. Также можно зарядить его вручную, удерживая подаватель и вставляя в губки магазина шарики по одному.